Еще совсем немного, и загорятся звезды, и выплывет месяц, и поплывет, покачиваясь над тихими осенними полями. Потом месяц заглянет в лес, постоит немного, зацепившись за верхушку самой высокой елки, и тут его увидят ежик с медвежонком. Как все-таки хорошо, что мы есть друг у друга. Ты только представь, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. А ты где? А меня нет. Так не бывает. Я тоже так думаю. Ну вот вдруг меня нет, ты один. Ну что ты будешь делать? Пойду к тебе. Куда? Как куда? Домой. Приду и скажу: ну что ж ты не пришел, ежик? Вот глупый. Что же я скажу, если меня нет? Ну, если нет дома, значит, ты пошел ко мне. Прибегу домой. А, ты здесь. И начну. Что? Ругать. За что? Как за что? За то, что не сделал, как договорились. А как договорились? Откуда я знаю? Но ты должен быть или у себя, или у меня дома. Но меня же совсем нет. Понимаешь? Так вот же ты сидишь. Это я сейчас сижу. А если бы меня не было, где б я был? Или у меня, или у себя. Это если я есть. Ну да. А если меня совсем нет? Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц. И на реке нет. Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду. Ты все же обшарил и не нашел. Побегу в соседний лес. И там нет. Переверну все вверх дном, и ты отыщешься. Нет меня, нигде нет. Тогда я выбегу в поле и закричу: ежик! И ты услышишь и закричишь: медвежонок! Вот. Нет, меня ни капельки нет. Понимаешь? Ну что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет, понял? Нет, ты есть, а вот меня нет. Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с ежиком свой холодный свет.